Всем привет, с вами Темный Ниндзя и Лангрейсер Мобайл. Так, у нас с вами Секреты Тайного Моря, Вызов 2, Высший пилотаж кулинарии. Будет жарко. Фух, нервишек, конечно, эта миссия потрепала у меня. Так что, думаю, ни у одного меня подгорело от этой миссии. Что ж, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать вот эту вот восхитительного лобстера приготовить. Нужно собрать 5 ингредиентов. Вот. Я полдня пытался все это сетоваться. Спасибо одному забугорному другу. Он подсказал, как что можно сделать, и стало немножко проще пытаться найти способ это сделать. Так. Что мы делаем? Вообще, как бы, здесь есть несколько вариантов. Можно приготовить каждое блюдо для того, чтобы дать вот этим охранникам. И можно было забрать их не фрукты, овощи, а можно сделать немножко по-другому. И мы именно этим сейчас и будем заниматься. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что получится. Так, в принципе, у нас работает один только персонаж, грубо говоря. Это наш Хелена. Остальные просто стоят. Забираем Брэнди. Отлично. Это подходит у нас и ждет около овощей в свое время. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы убегаем от врагов. Так. Суть в том, чтобы одного из солдатиков притащить к нижнему охраннику и тем самым его спровоцировать, чтобы он напал.
Забираем яйца. Так. Покрашиваем. Теперь вот у нас есть лобстер. И самому не пришлось его бить. Чтобы его убить, этого лобстера, на него нужно навесить кучу дебафов. Тогда его можно шотнуть. По-другому никак. Так, теперь что мы делаем? Мы берем фрукт. То есть сейчас все главное закончить по одним ходом. Потому что мы делаем охранников врагами. А мы знаем, они шотают. Так, все у нас получено. Что мы делаем дальше? Готовим лобстера, отдаем Гришке. Он его съедает, кайфует от вкуса, и все, в принципе. Надеюсь, видео было интересным и полезным. Ну а с вами был Темный Ниндзя, до новых встреч и пока-пока.